Здравствуйте, что вы знаете о желтом автобусе? Добрый день, знаю, желтый автобус, есть такая организация у нас, которая развивает свою программу в Красногоровке, летом забирала детей, возила по Украине, снимали фильм. Ну, я думаю, что программу, которую начал желтый автобус, это очень нужная программа. Во-первых, она активизирует молодежь, заставляет объективно смотреть на вещи, привлекает к миру искусства, в том числе кинематографии. Нужна очень программа для города. А как вы лично относитесь к проекту «Желтого автобуса»? Ну, я очень положительно поддерживаю во всем эту программу. А помогаете ли вы чем-то проекту «Желтый автобус»? Когда были просьбы, помогал. Все, спасибо. Пожалуйста.